Всем привет! Сегодня 24 октября. Находимся в Турции. Сейчас я сниму номер свой в отеле. У нас на третьем этаже номер. Свет тут включается автоматически. Лифтики такие старинные. Отель Клеопатра Сафара. Ой, Сахара. Так, наш номер 207. Сейчас. Так, заходим сюда. Номер. Такой небольшой коридорчик. Вставляем ключики в ячеечку. Значит, так, тут у нас туалетик такой небольшой, унитаз. Ёршик, бумага туалетная, душ. Так, шторками тут все закрывается, чтобы не разбрызгивать. Но вчера вселились, почему-то нам только одно полотенце дали. Сказала, сейчас принесу и с концами. Леечка такая у душика. Так, потом дают здесь такие шампуньки. Мыло маленькие, два кусочка. Вот я уж его дело положила. Сейчас вот мыло такое, два кусочка. Вот такой кранчик. Здесь фен висит. Работает все. Зеркало с лампой. Так, что тут? Мусорное, правда, ведро всего одно в туалете. Больше здесь нет. Дальше проходим. Так, вот орешек, кровать. Ну, мы выбрали сами такой номер с большой кроватью. Есть тут номера с двумя маленькими. Ну, можно сдвинуть, но мы сразу взяли большую кровать. Такая картина висит. С ангелочками. Так, все простенько, чистенько, хорошо. Шкафчик, вешалки тут. Тут мы вчера все вселились, засунули в шкаф по-быстрому, еще ничего не разбирали. Так, значит, вот такой столик с тумбочкой, с телефоном. Стульчик один в комнате. Потом зеркало. Зеркало такое с тумбочками. Можно тоже сюда положить что-то. Единственное, что в номере плохо, светильников нет дополнительных. Одна лампа. Кондиционер. Но телевизор, конечно, такой простенький. Но приехали сюда не фильмы смотреть. Балкон. Балкон шикарный, большой. На балконе вот два таких пластиковых кресла. Столик, пепельница. Вот туда мы смотрим с балкона. У нас что тут? Тут столовая. Вот тут, где зонтик. Здесь соседний отель. Такой прям большой балкон. Бассейн наш. Правда, не видел, чтобы кто-то купался. Наверное, вода холодная.
Но ночью плохо, вот от соседнего вот этого бассейна звук идет, как будто вода дома льется. Так, вышел здесь на балкончике, посидел, подумал. Ну, вот такой номер у нас. Ну, Ореш, как ты тут отдыхаешь? А? Все отлично. Отлично? Да, сейчас в бар пойдем. Бар открылся. 10 часов бар открывается. Пойдем в бар. Все. Пошли. Так, ну все. Всем пока. Все.